Вы когда-нибудь задумывались о силе слов? Я знаю, это может показаться странным, но если вы верите, что на кону стоит нечто гораздо большее, что-то, что витает в воздухе и может изменить все, что вы знаете, тогда я приглашаю вас остаться со мной до конца, потому что, поверьте мне, то, что вы откроете сегодня, возможно, станет секретом изменения вашей жизни раз и навсегда. Возможно, вы понятия не имеете, насколько сильны ваши слова, но они могут создавать барьеры, которые мешают вам достичь всего, чего вы хотите, например, богатства, свободы и успеха. Все, о чем вы когда-либо мечтали, может быть ближе, чем вы думаете. И, возможно, сами того не осознавая, вы отталкиваете его. Это кажется странным. Я понимаю, но правда в том, что то, что вы говорите, может формировать вашу реальность так, как вы даже не можете себе представить. Итак, представьте себе, то, чего вы всегда хотели, чего мечтаете достичь, находится здесь в одном шаге, и сами того не подозревая, вы можете заблокировать это. И это то, что нам нужно понять сегодня. Вместе мы откроем секрет, который, если использовать его с умом, может открыть двери изобилия в вашей жизни. И это не просто какая-то техника, которую вы собираетесь изучить. Нет. Давайте поговорим о чем-то действительно мощном, о чем-то, что может изменить все, но о чем мало кто знает. Мы говорим о силе особого слова, арамейского слова. Это слово обладает потенциалом привести вашу энергию в соответствие с вибрацией процветания. Не волнуйся, я тебе все расскажу. Прежде чем продолжить, я хочу спросить вас о чем-то простом. Если вам нравится этот контент, поставьте лайк видео и поделитесь им с теми, кому это сообщение также может быть полезно. Оставьте комментарий со словами благодарности, потому что, делая это, вы не только распространяете хорошую энергию, но и активируете цикл положительной энергии, который привлекает в вашу жизнь все, что вы действительно хотите. Теперь давайте вернемся к самому важному – арамейскому языку. Знаете ли вы, что арамейский – один из старейших и мощнейших существующих языков? И что Иисус, например, использовал арамейский язык для передачи своего учения? Это не просто история. Арамейский несет в себе особую энергетику, которой нет в других языках. Он обладает уникальной вибрацией, которая напрямую связана со Вселенной и может изменить вашу реальность так, как вы даже не можете себе представить. Но что это значит для вас? Это просто. Арамейские слова подобны волшебным ключам, способным открыть ранее запертые двери. У них такая сильная вибрация, что они могут влиять на нашу жизнь невидимым, но весьма реальным образом. Знаете ли вы, когда чувствуете, что что-то изменилось в вашей жизни, но не знаете почему? В этом сила слов. Когда вы говорите правильное слово в нужное время, вы активируете энергию, которая может изменить то, что вы видите, чувствуете и даже то, чего вы достигаете. Это выглядит невероятно, не так ли? Я знаю, что тебе не терпится узнать, что это за секретное слово, которое может изменить все. Но сначала давайте немного больше поймем реальную силу слов и то, как они действуют в нашей повседневной жизни. Вы когда-нибудь слышали фразу «слова имеют силу»? Конечно, да. Но что это на самом деле означает? Для многих людей, изучающих духовность и тайны Вселенной, слова не просто пустые звуки. У них есть своя энергия, вибрация, способная изменить направление нашей жизни, а правильные слова, сказанные в нужное время, способны изменить нашу реальность. Представьте себе, простое слово, сказанное намеренно, может изменить все. Давайте раскроем эту тайну вместе. Закон притяжения – это простая концепция. Все во Вселенной вибрирует. Сюда входят наши мысли, эмоции и, конечно же, слова, которые мы используем. Знаете ли вы, как из семени может вырасти дерево? Что ж, наши слова действуют следующим образом. Как семена энергии, которые мы сажаем в мир и которые затем растут, формируя нашу реальность. Но есть кое-что, чего многие люди не знают, и именно здесь проявляется сила арамейских слов. Этот древний язык – это гораздо больше, чем просто звуки. Он полон духовного смысла и имеет чистую вибрацию, которая уникальным образом соединяется с энергиями Вселенной. Когда вы произносите слово на арамейском языке, вы издаете не просто звук,
вы высвобождаете волну энергии, которая распространяется по всему миру. И самое интересное, что эта волна соединяется с вашими желаниями, помогая вам воплотить их в жизнь. Это не просто знание слова, а понимание того, как слова могут влиять на вибрации вокруг нас. Поверьте мне, слова способны изменить вещи, потому что все во Вселенной – это энергия. Наши мысли, наши эмоции и, конечно же, слова, которые мы используем, также являются вибрациями, которые могут изменить окружающую нас среду и нашу собственную энергию. Представьте, что вы посылаете волну во Вселенную. И эта волна формирует вашу реальность. Например, если вы хотите привлечь богатство, вам необходимо привести свою энергию в соответствие с вибрацией изобилия. И именно здесь вам может помочь арамейский язык. Арамейское слово действует как «настройщик чистоты», выравнивая ваши вибрации с универсальным потоком процветания. И именно это делает это слово таким особенным. Но прежде чем мы расскажем вам, что это за слово, нам нужно понять одну очень важную вещь. Недостаточно просто произнести его. Нет смысла произносить любой звук и ожидать, что все изменится. Нужно что-то большее. Секрет всего заключается в намерении и эмоциях, с которыми вы говорите. Проявление происходит только тогда, когда вы действительно верите в то, что говорите. Как будто существует глубокая связь между тем, что вы чувствуете, и тем, что вы говорите. Когда вы используете это слово намеренно, вы как будто открываете портал энергии, которая проявится в вашей жизни. И вот один из самых больших секретов закона притяжения. Арамейские слова обладают очень высокой вибрацией. Но эта вибрация будет работать только в том случае, если вы эмоционально соединитесь со словом. Нужно чувствовать то, что говоришь, верить, что это реально. Первый шаг – привести в соответствие свой разум и сердце. Это означает устранение всех сомнений и страхов, которые могут преграждать путь к вашему процветанию. А теперь представьте себе нечто невероятное. Представьте, что вы живете в будущем, и все ваши финансовые потребности удовлетворяются естественным путем. Представьте, что жизнь течет, деньги приходят легко, и вы живете без каких-либо финансовых забот. Вы это чувствуете, это очень важно. Когда вы можете почувствовать эту эмоцию того, что уже имеете, то, что хотите, вы начинаете согласовывать свою вибрацию с вибрацией изобилия, и это ускоряет проявление. Но это еще не все. Нет смысла просто произнести это слово один раз и ожидать, что богатство волшебным образом появится. Проявление требует преданности делу. Когда вы намеренно повторяете слово, вы укрепляете связь между своим разумом, своими эмоциями и вибрацией изобилия. Каждый раз, когда вы произносите это слово, вы укрепляете эту связь, и со временем она отразится в вашей физической реальности. Итак, помните, это не просто разговоры. Это вера, это чувство и это повторение. Будьте готовы начать применять эту практику каждый день. Но помните, проявление – это не то, что происходит в одночасье. Может показаться, что иногда все происходит быстро, но что действительно важно, так это настойчивость и вера в процесс. Когда вы начинаете использовать это слово каждый день, вы говорите Вселенной: «Я готова получить все изобилие, которое меня ждет». И что самое приятное – проявление богатства может прийти неожиданным образом. Например, в виде новых возможностей, повышения зарплаты или даже финансового сюрприза. Секрет в том, чтобы быть открытым и готовым принять. Прежде чем погрузиться с головой в этот процесс привлечения богатства с помощью арамейского слова, очень важно быть морально и эмоционально подготовленным. Недостаточно просто сказать мощное слово. Нужно создать подходящую среду, чтобы оно действительно подействовало. Это означает выбор тихого места, где вы сможете полностью сконцентрироваться. Это место должно быть более чем тихим. Это должно быть пространство, где вы чувствуете себя спокойно и сосредоточено на том, чтобы привести свою энергию в соответствие со своими желаниями. Это может быть уголок вашего дома, где вас никто не отвлекает, или даже место на свежем воздухе, где вы чувствуете связь с природой. Очень важно быть на 100% присутствующим в настоящем моменте. Итак, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь.
и позвольте всему стрессу, тревоге и другим негативным эмоциям уйти один за другим. Ваш разум должен быть ясным и сосредоточенным, чтобы вы могли по-настоящему визуализировать то, что хотите проявить. Это очень важно. Прежде чем произнести это слово, визуализируйте свое богатство. Представьте, что вы уже живете той жизнью, которой хотите, как будто все уже произошло. Визуализируйте, как вы получаете большие суммы денег, достигаете финансовой независимости или живете жизнью полной изобилия. Чем яснее и ярче это видение, тем сильнее воздействие этой практики. Подготовка – это основа для того, чтобы арамейское слово работало. Если вы не создадите правильную эмоциональную связь, если вы не настроите свой разум и сердце, слово само по себе не будет иметь всей той силы, которую оно могло бы иметь. Помните, слова подобны носителям энергии, но именно ваши намерения и эмоциональное состояние направляют эту энергию в нужное место. Если за тем, что вы говорите, нет истинного намерения и чувства, слово не произведет ожидаемого эффекта. Итак, теперь мы подходим к откровению арамейского слова. Это слово «шалом». Возможно, вы слышали это слово в религиозном или духовном контексте, но многие люди не знают, что сила слова «шалом» выходит далеко за рамки его простого значения – «мир». Слово «шалом» имеет гораздо более глубокое значение, особенно когда оно произносится намеренно. В контексте закона притяжения и проявления богатства «шалом» – это не просто мир в смысле спокойствия. Он представляет собой состояние гармонии со Вселенной. Когда вы говорите «шалом», вы не просто просите себя успокоиться. Вы вибрационно заявляете, что находитесь в полной гармонии с потоком изобилия во Вселенной. Это слово словно является секретным кодом, который помогает настроить свою энергию на частоту процветания. Но как это происходит? Секрет в вибрации слова. Слова – это не просто звуки, они являются проявлениями энергии. Каждое слово, которое мы произносим, имеет частоту вибрации. А «шалом» – это слово, которое при правильном произнесении излучает чрезвычайно высокую и мощную частоту. Эта частота приносит не только мир, но и процветание, гармонию и изобилие. Говоря «шалом» со спокойным и истинным намерением, вы фактически открываете двери для того, чтобы богатство естественным образом влилось в вашу жизнь. Представьте, что вы соединяетесь с этой энергией изобилия, визуализируя достижение своих финансовых целей. Каждый раз, когда вы говорите «шалом», вы настраиваете свою энергию на эту высокую вибрационную частоту, которая может принести вам все то процветание, к которому вы стремитесь. Чтобы привлечь желаемое богатство, вам необходимо привести свою энергию в соответствие с универсальным потоком изобилия. И ключ к этому прост. Используйте особое слово, которое поможет настроить вашу вибрацию. Теперь, когда вы знаете это слово, давайте выясним, как его практически использовать в повседневной жизни. Это слово «шалом», и регулярное его повторение поможет вам проявить больше богатства в вашей жизни. Эффективный способ использовать «шалом» – включить его в свою практику медитации или даже перед сном. Знаете ли вы, когда ложитесь спать, кладете голову на подушку и чувствуете, как ваш разум начинает расслабляться? Это идеальное время, чтобы повторить это слово, потому что пока вы спите, ваше подсознание очень открыто и готово принять новые идеи и энергию. Повторяя «шалом», вы помещаете намерение процветания прямо в это мирное пространство, и оно начинает работать глубоким образом, выравнивая ваши энергии с изобилием. Еще один прекрасный момент для использования этого слова – это визуализация своих снов. Представьте, что вы уже живете тем, чего так хотите. Живете в новом доме, путешествуете по невероятным местам или достигаете своих финансовых целей. Повторение «шалом» во время визуализации этих желаний помогает закрепить этот образ в вашем сознании и еще больше усилить вашу энергию для привлечения желаемого. Вибрация «шалом» делает вашу визуализацию еще более мощной, словно это зарядник для вашей мечты. Но будьте осторожны. Секрет здесь в последовательности. Точно так же, как при обучении игре на музыкальном инструменте, чем больше вы намеренно повторяете, тем быстрее начинают проявляться результаты. Не ожидайте, что «шалом» станет волшебным словом,
которое в одночасье изменит вашу жизнь, а скорее мощным инструментом, который поможет вам воплотить в жизнь то, чего вы желаете. Со временем и практикой вы поймете, что это слово изменит вашу финансовую и эмоциональную жизнь. Повторяя и связывая свои эмоции со словом, изменения начинают происходить естественным образом. Проявление богатства не происходит чудесным образом в одночасье. Оно приходит постепенно, материализуясь в новых возможностях, новых идеях и даже неожиданных достижениях. Вы начнете замечать, что при использовании «шалом» начинают открываться ранее закрытые двери. Повышение на работе, новаторская идея или даже финансовая награда появляется там, где вы меньше всего этого ожидаете. Эти изменения не просто внешние, они начинаются внутри вас, с трансформации вашего мышления. Вы начинаете видеть деньги по-другому, уже не как что-то дефицитное, а как непрерывный поток, доступный вам всегда в пределах вашей досягаемости. Истинная сила шалома такова. Он не только привлекает материальные блага, но и меняет ваше представление о деньгах. Вы начинаете понимать, что изобилие повсюду вокруг вас всегда в пределах досягаемости. И самое главное, когда вы настроены на эту энергию, вы перестаете беспокоиться о нехватке ресурсов и начинаете чувствовать, что заслуживаете всего хорошего, что может предложить Вселенная. А теперь важный секрет. Практикуйте это слово хотя бы 21 день подряд. Это даст вам время почувствовать изменения, как внутренние, так и внешние. Когда вы открываете себя возможностям, богатство проявляется так, как вы даже представить себе не могли. Будьте открыты сюрпризам, потому что они обязательно придут. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжать узнавать, как изменить свою жизнь, не забудьте подписаться на канал прямо сейчас. Ваш путь к процветанию только начинается. И чтобы помочь вам еще больше, я выделил потрясающее видео, которое вы можете посмотреть сразу после этого. Нажмите на экран прямо сейчас и узнайте, как сделать следующий шаг к жизни, полной изобилия.